Добрый день, дорогие мои профессионалы и просто любители красоты! Для вас прекрасное преображение при помощи макияжа. Модель Лариса, 61 год. И это продолжение уже видеоурока, потому что предыдущий видеоурок посвящен укладке. Да, вот такая классная техника укладки, когда у вас непослушные, пушистые, кудрявые волосы, а вы хотите классную текстуру прямых волос, идеально прямых. Поэтому, конечно же, проходим по ссылке и смотрим этот видеоурок. Как всегда, интересно, познавательно, поэтому, конечно же, смотрим, проходим и подписываемся на канал, если вы еще на меня не подписаны. А с вами, как всегда, художник-гример Денякина Светлана. И я люблю работать с разными возрастными девчонками. Только так я теперь буду называть своих моделей, потому что они у меня самые замечательные. Итак, макияж после 60 лет. Какой он? На самом деле есть сложности свои, есть специфика, поэтому подробно, пошагово сейчас пройдем в этом видеоуроке от А до Я, так скажем, полностью всю технику покажу, расскажу. Первое правило – это увлажнить кожу. Очень хорошо увлажнить, и тогда будет заведомо классный результат. Во-первых, я наношу гидролат розы. Очень уж понравилась мне эта техника. Во-первых, я протерла лицо сперва мицеллярной водой, очистила. Затем нанесла гидролат розы. Вы видели, я побрызгала спреевым. А затем, если вы хотите проработать, увлажнить отдельные зоны, то можете воспользоваться патчами. Прекрасно. Если у вас нет патчей с собой, и вы хотите увлажнить полностью все в лицо, можете любую маску увлажняющий нанести. В данном случае в качестве маски я использую увлажняющий крем. Главное количество. В данном случае я наношу, вы видите, интенсивно, полностью и на века, и на всю полностью лицо я наношу вот так вот быстренько, потому что время все-таки ограничено. И как правило, когда вы выполняете макияж, обязательно закладывайте время на то, чтобы ваша модель посидела буквально, ну хотя бы 5 минут с этим интенсивным кремом или маской. Тогда у вас будет отличный увлажняющий результат. Все излишки я снимаю, обязательно пропитываю салфеткой. Конечно же, любой подход индивидуален, потому что у меня много клиентов, когда все-таки у них буквально только полчаса на макияж. И она говорит: Света, я сделаю патчи сама, соответственно, ты приходишь, и кожа уже увлажненная, прекрасно подготовленная к работе. Поэтому вы выбираете для себя свой путь, как сделать макияж, но в любом случае, если это возрастной макияж, то вот такая вот техника увлажнения кожи, она просто необходима и заведомо дает классный результат. Затем я, вы видели, пропитала, еще раз побрызгала гидролатом розы. Гидролат розы прекрасно, он увлажняет. Можете различный гидролат использовать. Что такое гидролат? Это дистиллированная вода, в составе которых есть различные экстракты растений. То есть, соответственно, от этого и направление будет. Но самое главное, дистиллированная вода дает вам сцепку, слой между слоем. То есть я нанесла крем и после этого наношу уже базу. Базу нанесла для того, чтобы выровнять цвет лица. То есть максимально вот это вот покраснение, база незаметная, прозрачная, но тем не менее она убирает легкое покраснение на коже. Затем наношу консилер очень тонким прозрачным слоем, вы видите, растушевываю постоянно, убираю все заломы, так как есть мимические морщинки, соответственно, естественно, вы приподнимаете, натягиваете веко в разную сторону, пробиваете, потому что просите иногда открыть глаза, посмотреть вправо-влево и все пробить консилером. Бывает же синева внутри глаз, перепады, от этого получается макияж глаз неровный, если вы интенсивно не пройдете, все-таки не перекроете все цветовые пигменты, которые присутствуют на веке. Следующий этап – это зафиксировать консилер, потому что если ваша клиентка проморгается несколько раз, то, естественно, любой абсолютно консилер начинает сбиваться в морщинки. Его обязательно нужно фиксировать сухим средством, будь то это пудра, будь то это любые тени, матовые, прозрачные тени, то есть бежевый, спокойный, сухое средство, которое зафиксирует ваш консилер. При выполнении макияжа я очень часто говорю, когда я выполняю макияж, то
прошу вас, когда я сказала не открывать глазки, то не открывайте. Если я такой задачи не ставлю, то, конечно же, можете смотреть в любую сторону. Но, как правило, при нанесении консилера сразу же, пускай не открывают глазки, зафиксировали, после этого можно туда-сюда смотреть и проверяете, нету ли заломов в морщинках после нанесения консилера, то есть чтобы все ровно, плавно было нанесено и не было никаких вот этих вот прорисовок морщин. Затем я подготавливаю веко к нанесению уже непосредственно цветового пигмента теней. Для этого я наношу полностью, вы видите, пальчиком базу по тени. Очень хорошая липкая база, тонким прозрачным слоем, смело наношу и, самое главное, подтягиваю веко в разные стороны, потому что, естественно, есть что тянуть, и вы должны равномерно нанести. А затем уже обязательно тут говорите, что не открывайте глазки, потому что, естественно, липкая база, она откроет глаза, и у нее просто слипнется веко. То есть уже будет такой косячок в макияже. Поэтому ни в коем случае в этой стадии не открываем глазки. После того, как только нанесли тени пошагово, тогда можно их открывать. Итак, наношу тени. В данном случае перламутровый классный оттенок персик с золотом, вот такой вот светлый, сияющий, но классный, который как раз сделает макияж нежным. Вот хочу макияж нежный, который просто освежит Ларису, вот сделает ее такой вот ягодкой, бусинкой, и поэтому соответствующие нужно брать оттенки. И, кстати, любой макияж мы чаще всего все-таки завязываем с одеждой, правильно, во-первых. Во-вторых, куда, естественно, ваша клиентка идет, вечер, день, или, например, естественно, на случай, какой случай и насколько торжественно должен быть выполнен макияж. После того, как я нанесла первый цвет, вторым цветом, уже матовыми тенями, я сделала плавную растушевку. Соответственно, это незаметно, но дает мне плавный переход в подбровное пространство уже матовыми оттенками. Что-то сложное я на данной стадии сделала? Нет, все базовое, все обычное, и ничего такого я не делаю. Следующий этап – это уже прорисовка самой складки. Вот тут и я начинаю смотреть периодически в открытые глазки Ларисы. Обязательно. Потому что когда вы прорисовываете складку, то периодически она должна смотреть прямо вам в глаза, ровно. И, соответственно, вы понимаете, где складка опущена, где мимика поднимает веко. Вы видите, что один глаз у нее приподнимается при помощи, например, когда она смотрит прямо, и при мимике одна бровь вздернута, соответственно, веко приподнимается. И вот это очень важно фиксировать в макияже и пытаться все-таки сделать симметрию, несмотря на то, что, естественно, мы все асимметричные. Следующая очень важная стадия, когда вы прорисовываете межресничную подводку. То есть, если у вас реснички светлые, реденькие, то, соответственно, вам обязательно нужно между ними пробить тенями. Кисточкой наискосок я максимально прям вот близко в этой зоне начинаю пробивать линию, вбивать между ресничками. И это коричневый цвет. Почему коричневый? Потому что, естественно, коричневый дает мягкость макияжа. Потом его можно усилить подводкой, тонкой подводкой, в уголках на черный цвет перейти. Но первично, если вы делаете возрастной макияж, опять же, вот сейчас немножечко хочу такую ремарку сделать, то, соответственно, смотрите, во-первых, естественно, возрастной макияж, он абсолютно разный для каждого типа женщин. То есть, когда у вас азиатка, представляете, то есть черные ресницы, темная кожа, и, соответственно, это совершенно другой нейтральный макияж. То есть для каждого нейтральный свой. В данном случае мы видим, что славянская внешность, светлые глазки, реснички прозрачные, волосы блондинка. Соответственно, если вы хотите данному типажу сделать нежный макияж, то в данном случае в черный цвет, если уводить, то очень легко и ненавязчиво. Хотя я буду использовать подводку лайнер, но подводка лайнер у меня будет все-таки в темно-коричневый цвет уходить. Итак, когда вы прорисовываете межресничное пространство, то, соответственно, приподнимаете обязательно также веко. И очень важный момент. Вот в этой зоне, как правило, есть такая проблема еще одна, то глазки слезятся, то есть вот внутреннюю часть уголка вы начинаете прорабатывать очень часто. Возрастной, невозрастной макияж у всех по-разному, но бывает, что один глаз, например, слезится. И с этой проблемой мы с Ларисой столкнемся чуть дальше
по исполнению макияжа, и я расскажу, что делать в таких случаях. А я начинаю плавно переходить от линии подводки межресничной в уголок. Внешний уголок, вы видите, я начинаю приподнимать. То есть также мягким коричневым, ненавязчиво начинаю поднимать и переходить в складку. Периодически Лариса смотрит на меня, и я смотрю. Хочется еще сильнее приподнять, вытянуть глаз, расширить, округлить. Вот в этой стадии вы как раз формируете саму форму глаз, насколько вы хотите растащить глаза в сторону. Соответственно, вы этот уголочек тянете во внешнюю сторону. Если вы хотите полностью соответствовать своей форме глаз, то тогда уголок буквально на 2-3 мм только заходит за конец внешнего уголка, линии роста ресниц. А я тем самым продолжаю дальше усиливать форму глаз и, соответственно, добавляю тонкую линию подводки лайнером. Вот очень важный момент. Смотрите, я подчеркиваю внутренний уголочек и подчеркиваю всю линию подводки. В этот момент Лариса периодически также на меня смотрит, и я смотрю, усилить эту линию или все-таки остановиться на стадии. Не забывайте, я буду еще подчеркивать форму глаз ресницами, дополнительными ресницами. Вот когда я делаю дополнительные ресницы, эту линию можно чуть все-таки расширить. Если бы я все-таки делала на основе ресниц Ларисы, то я бы даже сделала мягче подводку, то есть не делала такую интенсивную. Итак, если у вас линии подводки не получилось, где-то хочется отретушировать и исправить, что для этого нужно? Я на ватную палочку нанесла консилер и подтираю. Вот тот самый момент, когда у вас клиентка заплакала или что-то получилось, что вам не нравится и хочется исправить, в таком случае берите просто консилер или тональное средство или корректор, в любом случае это жирной консистенции тон. После того, как вы подобрали все ненужное, что вам кажется все-таки огрехом, тогда, соответственно, вы исправляете уже и наносите те самые пигменты, которые были первоначально. Если у вас осыпаются тени или загрязняется нижнее пространство под веками, то можно, конечно, использовать дополнительные патчи. Или, например, для сохранности используют специальную подушку из пудры. Ну, в любом случае, я это не люблю делать. Моя технология очень проста. Я мицеллярной водой все, что не нужно, подтираю внизу под глазками. По поводу симметрии и, соответственно, самой яркости макияжа глаз. Я все время говорю, что ярко можно добавить всегда, убрать сложнее. Поэтому, когда вы выполняете любой макияж, то мой совет — наращивать яркость постепенно. Если нет, конечно, у вас сразу, что вы уже отработали, с девочкой миллион раз сделали макияж, и, соответственно, вы четко знаете, какая яркость ей нужна в данный момент. Если у вас все-таки первичная встреча с клиентом, то, соответственно, лучше постепенно. И, естественно, периодически клиентка наблюдает себя в зеркало и говорит, что вот когда хватит, когда не хватит, и контролирует весь процесс, потому что яркость — такое дело, что когда вы переусердствуете, то убрать сложно. Итак, я тонировку делаю кистями, потому что я не люблю спонжи использовать, но пуховка — мой любимый инструмент. То есть в конце любой тональник я фиксирую пуховкой. Вот это вот корона — такая моя фишечка, люблю я это делать. Может, кому-то это и не нравится, например, по технике, но я считаю, нравится, не нравится, главное, чтобы был результат, правда? Клиентам, как правило, вообще на самом деле все равно, какой технологией вы работаете. Главное, все стерильно, чистенько и, соответственно, все индивидуально. Раз уж я поговорила по поводу дезинфекции, то, соответственно, вечная проблема, как мыть кисти, как их чистить, чтобы это все-таки не напрягало. Я люблю чистить кисти и не обрабатывать, поменьше все-таки обрабатывать спиртовыми растворами, потому что в процессе у меня очень много наборов кистей, что прекрасно, я могу брать и брать все новый и новый и отрабатывать, а затем просто я массово их все мою и, соответственно, сохнут они, и потом только спиртом прочищаю, но не так, чтобы я спиртом вычищала весь тональник изначально. Нет, все-таки от этого кисти портятся. Для того, чтобы вымыть кисть, очистить ее от тонального средства, соответственно, я чаще всего использовала либо детское мыло, либо фейри, самое обычное средство для посуды, очень хорошо тоже удаляет. Но для себя я открыла совершенно неожиданно — это борное мыло. Идеально, просто
очищает от тональника. То есть буквально намылила и сразу разъедается в момент. Это тональное средство очищается, кисть идеально чистая, светленькая, пушистенькая. И оно, естественно, дезинфицирует. Поэтому такой вот лайфхак, если хотите, ловите. Борное мыло прекрасно для лица и тела, но я его использую для очистки своих кистей. А я тем самым, соответственно, выполняю тонирование лица. Тонирование лица разными кистями, то есть круглой, плоской, как язычок. В любом случае, по необходимости, если где-то интенсивно, детально проработать зону, тем меньше я, конечно же, беру объем кисти. Когда вы выполняете возрастной макияж, то, соответственно, тонировку в 3-4 оттенках скульптурировать лицо сильно не нужно, потому что все-таки задача совершенно в другом. Задача придать ровный цвет лица. Если есть сильное бледное синеватое лицо, освежить и более зарозовить его, чтобы был такой вот подтон свежести. В данном случае я, естественно, также буду использовать румяна. Вы видите в конце, в конечном итоге, это будет такой вот свежее, налитое легким таким морозцем лицом. И, соответственно, румяна добавляет вот этот эффект. Но никак не скульптурирование. Когда вы добавляете скульптор в возрастных макияжах, то можно промахнуться. Можно чрезмерно настолько скорректировать лицо, и оно будет очень графичным. Очень графичное в возрасте лицо – это плохо все-таки. Хочется, наоборот, выровнять и всю графику убрать, и плавность задать, то есть плавные переходы. Не спеша это все делайте. И опять же, если есть излишки у вас тонального средства, обязательно подбираем, тут же подбираем, либо пуховкой. Если работаете спонжем, спонжем промакивайте обязательно, чтобы не было излишков тонального средства. По этапам очень по-разному работаю. Иногда полностью лицо затонирую, потом перехожу к зоне под глазами. Если, например, есть какая-то такая история, что сильные впадины в глазках, сильные какие-то синева, болезненный вид, то, соответственно, могу очень тоненько пройтись консилером под глазками, расслабленное лицо, затем затонировать полностью лицо, пока тональник, естественно, консилер впитывается под глазками, и еще тонким слоем поверх еще раз корректирую вот эту зону, потому что, конечно же, под глазами самые проблемные у нас места, но в тот момент, когда мы их делаем, очень важно соблюдать с наслоением, то есть вот этот слой не должен быть очень масштабным, потому что, когда, естественно, человек принимает мимику, улыбается, разговаривает, то первая зона, которая превращается в морщинки, это зона под глазками. И вы видели в процессе, я как нанесла тональное средство, я побрызгала опять же гидролатом розы, только туда я добавила уже цветовой пигмент. Цветовой пигмент сиянием. Тот же самый эффект, когда вы покупаете любой фиксатор сиянием, будь то с бронзой, с розовым оттенком. В любом случае его можно сделать абсолютно самим. То есть если у вас есть рассыпчатые пигменты тени, любого цвета, который вы хотите, чтобы приобрел ваш фиксатор, то, соответственно, это в данном случае у меня больше с бронзирующим таким и легким розовым эффектом. Соответственно, я насыпала в гидролат розы этот пигмент, взболтала, и, пожалуйста, фиксатор вам с легким сиянием. Что делает легкое сияние на коже? Естественно, выравнивает, естественно, задает идеальный вот этот бархатный блюровый эффект. Все говорят, вот Светлана, вы фотошопите или там что-то дорабатываете. Абсолютно от А до Я, вы видите вот перед собой монитор экрана, и пошагово я все вам рассказываю. Постепенно, пошагово на каждой стадии, естественно, меняется, естественно, изменяется, естественно, блюрится лицо. Почему? Потому что я через каждый момент наношу фиксатор, выравнивающий, естественно, тон, что делать, также на камеру работает как блюр, то есть вы наносите тональник, и он, естественно, делает идеальным лицом. Добавила румяна, яблочки, обязательно в эти места, то есть подчеркнула, еще больше задала свежесть. А когда вы добавляете фиксатор сиянием, то, естественно, не в конце всего макияжа, очень важный тут момент, я его добавляю через каждую стадию, и, соответственно, через каждую стадию и эффект накопления. То есть я нанесла тональник, побрызгала фиксатором, получается гидролатом розы с блестками, мелким
таким шиммером, который на камеру вам не заметен. А почему мне не нравится работать с фиксатором, который уже готовый, с блестками идет, также с шиммером, потому что он чаще всего все-таки на спиртовой основе. А спиртовая основа, естественно, стягивает, если очень часто фиксировать лицо. То есть через каждую стадию вы будете наносить. Если вы наносите обычную, самую обычную дистиллированную воду, то, соответственно, у вас лицо разглаживается, мало того, что увлажняется, скрепляется каждая стадия, а еще там содержатся блестки, и получается у вас потон изначально внутри уже сияет. Вот на камеру вы видели, что яблочки просто горят у нее, то есть идеальное вот это сглаживание происходит. За счет чего? За счет, естественно, содержания блесток в моем гидролате. А я подготовила ресницы к приклеиванию дополнительных пучков, то есть обязательно прокрасила тонким слоем туши, и после этого начинаю приклеивать пучки. В данном случае у меня пучки всего лишь 12 мм внешний уголок, 11 в центре и внутренний уголок 10 мм. И самое главное, это пучки все-таки не с 20D эффектом, а самые обычные, прозрачные. Ссылки на все, кстати, продукты я всегда даю в описании под видео. То есть я пучки все покупаю на AliExpress, кисти на AliExpress. Вы видели пуховку, которой я проработала все лицо, также AliExpress, там все это дешево, прекрасно, и можно бесконечное количество покупать, и это все одноразово использовать, дарить клиентам, ради бога, в подарок отдать пуховку и сказать, что вот, пожалуйста, иди на вечер, пудрочку с собой возьми, моей пуховкой как раз проработаешь лицо, если где-то оно заблестит. Понимаете, вот это вот счастье для ваших клиентов, когда вы что-то ей даете еще с собой, и она прекрасно вечером поправится и будет целый день прекрасно выглядеть. Почему я добавляю пучки и ресниц? Конечно же, очень простой ответ. Потому что любые ресницы, они вам также создают нужную форму глаз. То есть, если у вас нависание века, естественно, ресницы перекроют его. Если у вас узкие глаза, ресницы расширят и откроют глаза. Только единственное по размеру, по густоте, по балансу. То есть иногда даже внешние уголки я клею меньшего размера, а центральную часть длиннее. Тогда округляются больше глаза. То есть от задачи непосредственно вы делаете ту самую длину и густоту ресниц. Я прошу открыть глаза, если где-то реснички внутри уголка, очень часто бывает, что задевают, мешают, я их подстригаю, то есть, естественно, не свои ресницы, а дополнительные пучки. Прошу попробовать, поморгать, если где-то клей, он бывает протекает и такой вот ниточкой тянется, потому что он на латексной основе, соответственно, нужно разлепить и прекрасно глаза помочь открыть вашей клиентке. Если где-то свои ресницы смотрят вниз, а пучки вверх, что делать? Вы видите, я прокрашиваю тушью и придавливаю пальчиками свои пучки к дополнительным пучкам, и в таком случае они соединяются в единую линию. После этого я только прокрашиваю нижнюю ресничную линию, то есть мягким коричневым, переходящим в светлый оттенок к внутреннему уголку глаза, я прорабатываю нижнее веко. И очень важный момент, вот на этой стадии вы также можете, вы нанесли вроде бы уже и коррекцию сделали, да, и тон, и румяна, и вроде бы и бровки, и реснички, а вам кажется, что форма глаз вас что-то как-то не устраивает. Абсолютно, берем тени и дорисовываем под ресницы. Бывает, что не угадала, расширила, сузила, где-то что-то не так. В этой стадии даже можно поправить саму форму глаз. Ничего в этом такого нет. То есть я считаю, что лучше довести до идеала, нежели посмотреть, да ладно, в следующий раз исправлю. Нет, лучше в этот раз исправить, клиентка тогда к вам точно вернется. Итак, вы видели, что еще раз я всю полностью форму макияжа зафиксировала и, соответственно, пропитала пуховкой. Пуховка впитывает все излишки. Очень важно, вот когда у вас есть наслоение и вы сомневаетесь по поводу глубины морщинок, то, соответственно, лучше пройтись в этих местах еще раз пуховкой. Пуховка в себя, она же ткань, соответственно, впитывает вот все остатки, которые не нужны, не впитала сама кожа, они все равно собьются тогда, понимаете, соответственно, вам лучше пропитать все в пуховку, и она уберет все излишки. И
подчеркиваю форму губ. Форма губ настолько мой любимый карандаш, ну вот такая я, да. Соответственно, ну, решила, что он и только он подойдет Ларисе. Вот мой маленький такой помощник, который уже остался, да, неудобно совсем на камеру, но тем не менее, красота, она вот так вот быстро заканчивается. Итак, подчеркиваю форму губ. Если где-то у вас контур плывет, и, соответственно, вы хотите поправить, то в таком случае плоской кисточкой с консилером вы можете задать нужную вам форму и поправить всегда. Если мы имеем в виду возрастной макияж, то, конечно же, внешние уголки губ вы поправляете на подъем. Очень важно, потому что это тогда залог того, что у вас, получается, все черты лица приподнимаются. Вроде рассказываю детально, на самом деле, конечно же, в мой буквально даже 25-30 минут ролик сложно уместить все нюансы, все вот такие детали. Просто очень часто вы мне пишете, ну почему же морщинки исчезают, и я вот хотела уклон сделать в тон кожи. Как я по стадиям его делаю, почему получается такой вот ровный, классный тон кожи. Ведь от самого тона кожи очень много зависит в макияже. Тогда макияж получается, естественно, красивым, благородным, бархатным. Мало того, что мы делаем форму глаз, мы открываем глаза, корректируем глаза, брови подчеркиваем, губы подчеркиваем. Но общий тон кожи скорректировать – это очень важная стадия в макияже. Поэтому небольшой сегодня такой вот уклон сделала непосредственно в эту сторону в возрастном макияже. Снимаю видеоуроки макияжа после 50, после 40, после 60, 67 даже, по-моему, у меня был макияж. И, соответственно, каждый раз вам какие-то новые моменты я даю. Поэтому, соответственно, подписывайтесь на канал, смотрите, задавайте свои вопросы. И, кстати, будем общаться скоро в прямом эфире. И в прямом эфире вы задаете вопросы, а я в процессе выполняю макияж. Это будет круто. Тогда здесь и сейчас происходит наша с вами такая контактная история, когда мы общаемся с вами. А я, как всегда, в конце макияжа говорю, конечно же, я мастер не только по макияжу, но и по прическам, и поэтому не объяснила я в начале видео, а поэтому у меня как раз Лариса в полотенце, потому что мы помыли голову, и полотенце пока впитывает излишки воды, а в этот момент я выполняю макияж, и после этого только уже перехожу к непосредственно укладке прически. Поэтому, если вы интересуетесь еще прическами и укладками, обязательно подписывайтесь точно на канал и смотрите все мои видеоуроки. А данный видеоурок уже на канале, поэтому проходите по ссылке и смотрите. Укладка супер объемная, супер классная, стильная в итоге получилась у нас девчонка. Лариса, 61 год. Ну, естественно, я всегда говорю, макияж без прически не может быть. Так же, как и обратное. Прическа без макияжа. Поэтому, если вы мастер-универсал, то это здорово, вы всегда можете сделать конечный, совокупный, целостный образ. Если остались вопросы внизу в комментарии, обязательно задавайте. Если вы хотите найти меня в соцсетях, то, конечно же, TikTok, ВКонтакт, Инстаграм, Фейсбук. Добро пожаловать ко мне в друзья. Дорогие мои, как же без вашего мнения? Макияж после 60 существует или нет? Обязательно напишите ваше мнение. Ларисе идет данный макияж или нет? Засияли ее глаза или нет? Хорошее настроение у вас после просмотра или нет? Обязательно пишите ваше мнение. Ну а я желаю вам крепкого здоровья и, конечно же, удачи. Всего самого наилучшего. С вами была, как всегда, художник-гример Денякина Светлана. До новых встреч на моем канале. До свидания.